Привет, меня зовут Лиза, я из города Смоленск, мне 33 года. С 2013 года я хожу в тренажерный зал с перерывами на роды, у меня двое детей, 4 и 2 года. Я люблю тяжелые тренировки, люблю выползать из зала. Строгой диеты я не соблюдаю, но есть пробелы в питании, которые я пытаюсь закрыть интенсивными тренировками. Пробелы это не фастфуд, газировка, майонез, а некоторые отступления от тех правил, которым я следую. Я не ем дрожжи, мучные изделия, сахар. В этом году я отказалась от мяса. Надеюсь, мои мышцы не пострадают сильно. Я много ем рыбы, морепродуктов, молочки, яиц. Из добавок я пью только БЦА. Я решила сделать свою тестовую тренировку. Я нахожусь не в своем городе, поэтому видео я снимаю в простецком зале, здесь все по-суровому, но мне нравится. Здесь нет гравитрона, брусья для меня широкие, стойки для штанги без страховки. Но это все оправдание. Посмотрим результаты. Жим груди я никогда не делала, поэтому здесь у меня первый раз. Я не знаю своих показателей в этом упражнении. Я делаю до отказа. Вес 40 килограмм. У меня получается на 3 повторения. Вес 35 килограмм. Я делаю на 7 раз. Тоже до отказа. Подтягивания у меня не идеальны, но все же я 6 раз подтягиваюсь. Подтягиваюсь я нерегулярно на тренировках, поэтому такой результат. От брусьев я отжимаюсь 8 раз. Обычно на тренировках я не отжимаюсь от брусьев. Я делаю сгибания в кроссовере и упражнения с гантелями на трицепс. Бицепс я специально не качаю. Он и так задействован косвенно в других упражнениях. Мне достаточно того, что есть. Я не раз писала в комментариях под видео Егора свою благодарность. Еще раз повторю, у меня полгода назад где-то начало хрустеть левое колено, потом правое, хруст усиливался. Я стала искать ответы на просторах интернета и наткнулась на канал Heavy Metal Gym. По совету Егора я перестала приседать в тренажере Смита и перестала бегать на беговой дорожке на разминке. Колени у меня очень быстро прошли, с тех пор они меня не беспокоят. Большое спасибо Егору. Я рада, что нашла этот канал. Heavy Metal Gym несет концепцию, которая совпадает с моими интересами. Для меня тоже здоровье важнее, чем результаты в зале и чем внешний вид. Я желаю Егору успехов в его хорошем деле и процветания канала Heavy Metal Gym. Спасибо, пока!